Какой сюрприз! Каяфа видеть вас! Что привело тебя в столь ранний час? Сейчас не время медлить, Дигимон! Здесь бунтовщик. К тебе доставлен он. Не для тебя опасен он, Каяфа. Самозванец Христос, это враг Рима! Он назвал тебя царем! Цезарю прямое оскорбление. Я не вижу причин сколь-нибудь веских для тебя, Каяфа, лично демонстрировать лояльность. Слишком мелок вопрос. Ну что ж, раз для тебя вопрос не разрешен, придется дело нам отправить в Рим. Постой! Попробуем на месте разобраться.